Всех приветствую. Этот пресет мне дался очень сложно. Очень много я с ним провозился. Давайте покажу сначала усилитель. Mesa Boogie Mark III. Находится это здесь, в папке High Gain. Но лучше искать через Collection. Mesa Boogie. Вот этот Mark III. Эквалайзер включен. Немножко откорректировал. Убрал вот эту полосу. На 2,6. Это 240 Гц. Остальное по умолчанию. Здесь по умолчанию вот эта кнопка отключена. Здесь драйв 3,5, но вы можете чуть-чуть там откорректировать для себя. Кнопка вот эта включена. Мастер 9 по умолчанию. Кнопка включена. Middle полностью на 0 убран. Кнопка отключена. Эта кнопка отключена. Бас по умолчанию 5,6. Так, высокий тоже по умолчанию 7,8. Кнопка включена. Идем на эту кнопку. Вот эту кнопочку Back нажимаем. Эта задняя часть откроется. Здесь Presence 6,5. Ревербератор на 0. Убрать. Это по умолчанию класс А. За усилитель рассказал. Здесь Metal Zone. Примочка. Находится это вот здесь. Amplitude Metal. Или же Distortion. Вот она. На нем Distortion полностью на 0 убран. Level 5.94. Внешняя 0.24. Внутренняя 0.48. Короче, обе ручки на 12 часов вверх поднимите и будет нормально. Здесь внутренняя 5,64, а наружная полностью убрана. В левую сторону 0. Повесил Tube Screamer из этой же папки. Тон максимум по умолчанию. Drive 4,84 и Level 5. Дальше идем. Кабинет. Я выбрал 2.12 Transatlantic TA-30 из папки Mesa Boogie. Микрофоны я поменял. Идем. Вот микрофоны. Вот третий вариант. Ленточный. Velo B. Оба такие. И этот микрофон. Вот. И этот микрофон тот же. Но... чуть-чуть сместил от центра. Вот здесь центр, я его чуть-чуть сместил. А этот прям по центру, по умолчанию, как был, так и есть. Этот чуть вот вправо смещен. Он меньше высоких дает. Переходим сюда. Первый микрофон, смотрите. Volume по умолчанию, панораму 46% влево. Этот микрофон 55% вправо. Volume по умолчанию. Room полностью уберите. Громкость он не нужен. Здесь все по умолчанию. Дальше идем. Эквалайзер. 30-полосный. Первые 6 полос сразу убираете полностью. Эта полоса минус 10 и 9. Следующая полоса. Это 100 Гц. Минус 3 и 7. Следующая полоса 125 Гц. 4,1 в плюс. Следующая полоса 160 Гц. Плюс 5,9. Переходим в средние частоты. Здесь тоже полный кошмар. Минус 10,4. 200. 250. Минус 10,2. 315. Минус 6,7. 400. Минус 8,9. 500. Минус 8,9. 630. Минус 11,3. 800.
минус 13,1. 1 килогерц. Минус 10 ровно. 1,250 получается. Это 1,25. Минус 2,2. И 1,6. Минус 2,2. Высокие частоты по умолчанию. Вот такой вот пресет. Провозился я очень долго. Но получился вроде адекватный, нормальный. Ну, то есть, у меня стратокастер, я под него подогнал. Низких у него, как всегда, мало. То по низам вот эти две частоты, вот 80 и 100, немножко откорректируйте. А остальное не вздумайте трогать. Всем удачи, творческих успехов, до новых видео!